Итак, дорогие друзья, всем привет! Продолжаем развивать нашу транспортную империю. И в прошлой серии, как вы помните, мы заменили наши первые паровозы на вот такие вот новые, да, вот. И сейчас мы перевозим леса в количестве 120 единиц. Вот. И это приносит нам доход, ну, по части леса. Примерно 816 500, да, вот смотрите как вот. Ну и также вот мы заменили второй поезд тоже, да, вот то есть вот тоже также пока еще доходы незначительные он приносит, да, но пока что у нас просто из-за вот этой вот замены немножко, так сказать, линия простаивала, да, вот немножко производство простаивало, и поэтому немножко меньше выпускало ресурсы, да, вот. Но впоследствии, в скором времени, я думаю, это дело мы нагоним, да, вот. Итак, чем же мы сейчас вот займемся? Присмотрел я кое-какое, как говорится, выгодные дельцы, да, вот можно которые осуществить. Это открыть еще один нефтяной маршрут. То есть вот это уже вот на вот этом правом участке карты, да. Вот, то есть вот смотрите-ка, тут вот имеются вот нефтяные скважины, вот нефтеперерабатывающие заводы. Ну, вот этот нефтеперерабатывающий завод, он у нас уже работает, да? Вот. А это еще, то есть, запустим, можно так сказать, на полную мощность, да, вот. И будем обеспечивать топливом два города. Это Губкин и Кызыл. Хотя город Кызыл можно, в принципе, и обеспечивать топливом из вот этого вот нефтеперерабатывающего завода. Ну, в принципе... Давайте-ка, наверное, откроем все-таки новый маршрут, да, вот. И заодно вот проложим новые железнодорожные линии, да, вот уже вот новую такую ветку откроем, вот. И, наверное, давайте-ка, наверное, приступим. Итак, первоначально, так, возьмем здесь станции, так, постройки. И уже у нас вот станции мы будем уже, наверное, строить сразу же электрифицированные, да, вот, потому что пора бы уже как бы заниматься электрификацией. Но вот этим делом тоже надо будет потом полностью вот заняться вот электрификацией всех линий. Так. Так, вроде бы ровно, да, вот так вот таким вот образом поставим, наверное. Еще чуть-чуть повернуть надо, вот так вот, во. Так, что у нас получилось? Вот, как-то немножко так вот утопленный, да, вот. Ну, мы, в принципе, выведем это дело, вот. И вот в дальнейшем, наверное, запустим вот этот вот... фабрику потребительских товаров, может быть. Хотя вот смотрите-ка, есть у нас еще один нефтеперерабатывающий завод, да, можно будет его запустить, если что. Так, теперь здесь что у нас? Так, вот надо вот смотреть те районы, где у нас вот обеспечивать нужно топливо. Давайте-ка, наверное, эту станцию, может быть, поставим вот здесь, что ли? Нет, не получится. Так, никак. Ну, в принципе, деваться некуда, наверное, вот, вот здесь вот как-нибудь поставим, да, вот эту станцию. И, возможно, может быть, в дальнейшем, да, мы ее переделаем также в пассажирскую, да? Вот, то есть...
как-то вот так вот будет. Ну, в принципе, вот затрагивает такой неплохой регион, да? Вот. И если что, мы ее также сможем переделать в пассажирскую, да, вот, сделав пристройки. Так, это потом. Так, следующий у нас вот этот вот нефтеперерабатывающий завод, да? Вот его каким-то образом надо поставить здесь. Так, станцию. Ну, мы, конечно, красиво повернем вот так вот, да, вот. Так, ровненько сделаем все. Как-то вот так вот, да? Еще немножко вот так вот. Вот, ровненько, чтобы было все это дело, да, вот. О, классно. Эх, немножко все равно криво получилось. Эй, ну ладно. Так, теперь город Губкин, да? Так, здесь как мы будем поступим, так сказать. Здесь вот уже вот... Нет, здесь мы, пожалуй, немножечко подправим дороги вот так вот. Станция будет у нас вот таким вот образом находиться, да? Да, вот попробуем. Во, как, да? Ну и там в дальнейшем уже соединимся мы с вон той линией, да, или может быть с какой-нибудь другой. Так, давайте-ка будем делать пути. И у нас на этот раз пути будут уже с контактной сетью. Вот. Но пока еще, конечно, электровозы не изобрели, но это значит, наверное, будет в дальнейшей перспективе, как я думаю. Раз уже вот начали электрифицировать железнодорожные линии, да, вот, уже вот обратите внимание, они со столбами, то есть электрифицированными. Так... Так, надо будет соединиться нам теперь с вот этой станцией, да? Так, это будет еще вот продлеваться, я думаю, мы в дальнейшем еще будем как бы увеличивать эту станцию. И думаю, еще превратим, наверное, ее в пассажирскую. Но это будет в дальнейшем, в будущем. Так, вот на подъем в гору надо придется ехать, да, нам? Так. Так. Тут у нас этот вот какой-то участок местности, какой-то он, это, сложный, да, рельефный такой. Так, а нам еще вот преодолевать столько... 127 тысяч, обалдеть. Неужели так дорого обойдется? Давайте-ка по чуть-чуть попробуем-ка. Да все, вроде бы подешевле обошлось, да? Так. Поехали дальше. То есть здесь вот такой вот сложный рельеф получается, да, вот. Так. Как бы вот только в лесопилку не упереться.
городе, вот наш, да? Так, нефтеперерабатывающий завод. Все, поехали через лес. Так, где у нас? А, вон оно же где, да? Так, то есть вот такой вот длинный, конечно, маршрут у нас получится, да, вот. Здесь вот горы. Так, надо по чуть-чуть только, вот, да, вот. Может, в скором времени будем использовать и вот эти вот соединения, да, вот. Ну, посмотрим. Такой, к сожалению, вот сложный извилистый маршрут будет, потому что вот пока вот огибаешь эти рельефы, да. Так, классненько. Так, соединились. И теперь теперь соединяемся с городом Губкин, да. Так, вот здесь вот немножко вот сейчас будут сложности у нас. Так, ровно вроде так. Так. Отлично. Так, соединились. Ух ты, смотрите, какой длинный получается маршрут этот, да, вот. Так. И теперь осталось с вон тем вот нефтеперерабатывающим заводом, да, вот, соединиться. Так, это мы сейчас будем делать потихонечку. Здесь, конечно, надо будет потом в дальнейшем мы будем увеличивать наш вокзал, да, вот. Так, вот эта дорога мне, она очень-при-очень мешает. Так. Так. Так, пока вот рядом с вот этой угольной шахтой проедем, да, вот, ну, я думаю, в дальнейшем, в скором времени мы с ней также соединимся. То есть станцию там поставим, и оттуда вот, может быть, тоже что-нибудь будем вывозить. Так, вот пока вот соединяться не будем, сейчас мы эту станцию немножко переделаем, да? Так. Вот как-то вот так немножко, да? Так. А, надо будет еще, наверное, и платформы поставить, да, вот? Формы грузовые. Ой, неправильно поставил. Так. Вот так вот примерно это, да, будет выглядеть. Продолжаем.
интересно получилось. Одна электрифицирована, другая нет, да? Вот как-то немного вот так пока что у нас получается это, да, вот. То есть вот эта линия такая вот длинная. И будем поставлять, вот обеспечивать топливом вот эти вот города, да. Вот. И вот, наверное, вот поезд порожняком будет идти у нас вот только вот на перегоне между Козылом и вот этой нефтяной скважиной. Так. Этот нефтеперерабатывающий завод, я что-то его потерял. Так, город. Вот он, по-моему, да? Ну вот такой вот длинный вот маршрут получается, да? Вот, так. Давайте-ка посмотрим, что из себя представляет эта линия. Вот она, вот такая вот линия, да, вот получается у нас длинная. Нефтяной вот такой вот маршрут. Так, теперь нам нужно построить депо. Железнодорожное депо, и где бы его поставить, тоже думаю. Или в городе Кызыл, или в городе... Вот в городе Кызыл, наверное, будет удобнее, я думаю, потому что здесь как бы это... Местность такая ровная, да? Так... Так, немножко ровненько сделаем, поставим. Или вот так вот поставить, что ли? Или вот так вот. Так, 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 так. Наоборот, вот так, то есть. На горе так, как-то так получилось, да, вот смотрите-ка. Так, соединяемся. Ой, не то выбрал. Слишком сильный уклон. Как-то вот так, да? Во. И вот депо уже тоже такой электрифицированный получается. Немножко все-таки следовало притопить. Ну ладно. Вот как-то так получается у нас, да? Ну и давайте-ка купим первый поезд. Такой вот для этого нашего. И у нас вот, смотрите-ка, так, цистерны. Раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, девять, десять. 5 миллионов.
вот новый паровоз у нас появился класса Е, да, вот 50 километров в час, 75, 70, 75. Так, а этот помощнее, наверное, да, до 1000. Российской империи более вот этих локомотивов. Охренеть, 9 миллионов. Вот это да. Так. Этот, по крайней мере, сейчас мы потянем, я думаю. Если 5 вагонов оставить. Что у нас по финансам? Так, у нас и так вот займ 14 миллионов, да? Вот. Занимать еще. Так, ладно, сейчас немножко подождем. И я думаю, наверное... Пока, допустим, вот этот поезд доедет у нас с топливом, да, вот так, 68 единиц везет. Не, ну вот эта скорость, смотрите, какая у него мощная, да, вот, ща, да. Пароходы тоже немножко уже, наверное, скоро тоже пора будет их заменять, я думаю. Так, вот у нас 5 миллионов стало, да, денег. Да, вот смотрите-ка, неплохо, так сказать. Наверное, давайте-ка сейчас вот приобретем этот паровоз. Так. Так, Е. Ще. Вместимость. Так, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, да? Так, наверное, все-таки 2 миллиона давайте-ка возьмем, наверное. 16 миллионов долг. Все, с следующих, как говорится, видео, наверное, будем мы расплачиваться с этими долгами. Ну погнали, чё уж. А вот и нефть полилась, да? Так.
Такая вот горка получилась, да, вот смотрите-ка. Интересно. Так, 18 минут. Ну, в принципе, интервал движения неплохой, да, вот. Вообще, в эти вот пора надо вторые паровозы ставить, да? Так, а что у нас интересно? А вот не будет нефтеперерабатывающий завод сейчас вот сюда тоже вот ставить топливо? Нет, пока не будет. Ну, хорошо. Итак, у нас 1917 год. В России происходят революционные события. Ну, у нас свои революционные события. Так, сколько уже? Ну, в принципе, я думаю, пока этот поезд доедет, да, вот мы... Он успеет, короче говоря. Он тут почему-то вот в обратную сторону сейчас поехал. Давайте-ка мы его развернем лучше. И чтобы вот просто порожняком он не катался. Ну ладно, дорогие друзья, на этом пока прощаемся мы с вами. Всем спасибо за внимание, всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки. Также, гости, подписывайтесь на канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы знать о выходе следующих видео. Ну и всем удачи. Пока-пока.